Добрый день, уважаемые радиослушатели, радиостанции ПЛН-ФМ. С вами снова я, Рассадин Николай, и мой музыкальный блог. Сегодня песенка будет спета про добро и зло. Тот, кто вкушает запретный плод, тот, кто Эдем превращает в ад, страшный замес приготовил тот, в голую степь превращая сад. В этой степи птицы не поют, в этой степи не растут хлеба, в этой степи тех, кто против, бьют, в правой кувалда, в левой труба. В этой степи птицы не поют, в этой степи не растут хлеба, в этой степи тех, кто против, бьют, в правой кувалда, в левой труба. Тот, кто забыл, что такое грех, и возжелал моего коня, зло над добром одержало вверх и заявилась среди бела дня, въехала в город на том коне, мастью бледной и цок-цок-цок, и прописала железо мне, выбритый гладко правый висок. Въехала в город на том коне, мастью бледной и цок-цок-цок, и прописала железо мне, выбритый гладко правый висок. И превращая в забаву мир, тешится властью и гасит свет, созданный всеми вами кумир. Вот уже пару десятков лет не оторвать этих цепких рук, не погасить этих жадных глаз. Тесен и сумрачен этот круг, мир в круге этом навек увяз. Не оторвать этих цепких рук, не погасить этих жадных глаз. Тесен и сумрачен этот круг, мир в круге этом навек увяз. Спасибо за внимание.